орден Ленина, золотую звезду и грамоту Героя Советского Союза маршал авиации Вершинин вручил Михаилу Девятаеву, бывшему летчику Советской Армии. «Вы совершили беспримерный подвиг», — сказал маршал. Михаил Девятаев, сбивший 9 гитлеровских самолетов, после одного воздушного боя попал в плен, но и в фашистской неволе он оставался героем. Вместе с 9 другими пленными Девятаев уничтожил немецких охранников, захватил вражеский бомбардировщик, перелетел линию фронта и со своими друзьями приземлился на советском аэродроме.